Иногда дух приключений манит настолько, что сопротивляться просто бесполезно. И некоторые люди находят в себе достаточно смелости, чтобы сесть в поезд и отправиться в... бескрайний космос? Нет. Тоже нет. Опять не то. Но это все не те истории. А, вот же он, лес. Этот поезд ехал сквозь непроходимые густые леса. Но это было не бесцельное путешествие, а долгий путь вот сюда, прямо в сердце бескрайней тайги. Идеальное место для тех, кто предпочитает спокойствие, тишину и минус 45 за окном. Знакомьтесь. Человек, который укатил в эту тишину, инженер. Ему предстоит провести здесь, на вахте, долгие холодные месяцы, пока на смену не приедет следующий счастливчик. Ну, если такой, конечно, найдется. Но не нужно сочувствовать герою. Местность здесь хоть и диковата, зато вокруг много интересного и неизведанного. Особенно, если вы достаточно любопытны. К счастью для моей истории, инженеры почти всегда любознательны и внимательны. Такие люди замечают то, что ускользает от обычного человека. Все было бы прекрасно в этом приключении, если бы так не вовремя не началась метель. Промозглый ветер сносил инженера с тропы, которая тут же терялась из виду. Пальцы рук мгновенно превращались в такую же ледышку, как и все вокруг. Предательски вырвалась из рук последняя надежда на хоть какое-нибудь спасение – карта местности. К счастью, хронометраж ролика не позволил инженеру долго страдать. Поэтому вдруг посреди снежного ничего появилась она. Дверь в... А вот, кстати, куда? Кажется, этой постройки не было на картах инженера. Эй, есть кто дома? Вот так обычно все и начинается. В той странной хибарке не было ничего. Ни людей, ни тепла, лишь полумрак. На твоем месте я бы поискал ключ. Ну, или что-то похожее на ключ. Возможно, что-то просто тяжелое.
вряд ли это поможет. Тяжелый, тупой предмет. Надо брать. Боюсь, тут молотком чинить уже нечего. Есть другие идеи? И вот мой славный герой, пройдя все невзгоды своей вахты, наконец добывает свет, чтобы заметить что-то странное на столе. Как? О, ты наконец-то очнулся. Типичный день на вахте, да? Вот это может пригодиться.
конечно, такому изобретательному уму не составит труда разобраться с механизмом простой дрезины. Ну, теперь нормально, только медленно. Thank you.
Полезную книжку подобрали. Автор какой-то ученый или изобретатель. Надеюсь, он не сильно расстроится, что мы угнали его дрезину. Неловко вышло.
Конечно, я не ожидал, что нас встретят с шариками и фанфарами, но... А где все? Я бы рассказал тебе, что с этим делать, но я понятия не имею.
бедолага. Да, не всем богини времени и судьбы сплели длинный жизненный путь. А, но вот револьвер ему больше не понадобится. Как думаешь, кем был этот скелет? Столько схем на столе. Видимо, какой-то конструктор. Был. Оставил код сейфа прямо на виду. Это он, конечно, здорово придумал, но ты так никогда не делай, ладно? Есть у меня идея. Эти детали нам вскоре понадобятся. Так вот, про мою гениальную идею и детали. Пульт на перроне подозрительно похож на устройство из чертежей. Оно упоминалось там в параграфе модернизации поездов. Инженер. Воистину инженер.
Thank you.